Приветище! Сегодня мы поиграем с тобой в новую игру, которая называется Supraland. В Steam у нее много хороших отзывов, и есть уже награды, кое-какие. Вышла она совсем недавно, и хватит, короче, болтать. Погнали! Это чё, типа я? Здрасте. Воу-воу-воу. Ты посмотри, сколько здесь... Да здесь народ живет в этом мини-городке. Чё-чё-чё-чё-чё? Я проснулся в своей кровати, я вижу свое тело. Странно. Знаешь, я похож на маленькую пешечку настольной игры. Капец. Прикольное движение, слушай. Стилистика интересная. Смотри, я бегаю, у меня даже... Оу-оу-оу, что-что-что? Я об кактус, что ли, долбанулся? Нифига себе, меня кактуса бьют. Как каптусы. Вот это дела. Жесткие какие кактусы. Что у нас здесь есть? Что вообще делать надо? Книжечки какие-то. В общем, нам нужно выйти на улицу. Смотри, тут народ собрался. Они что, все меня ждут? Ладно, я сейчас эпичненько выйду. А здесь спринт есть? Я хочу выкатиться. Нет, спринта нет. Сын, подойди! Здорово, пап. У нас закончилась вода. Пожалуйста, сходи к трубе и глянь, что с ней там не так, а? Я что, тебе сантехником, что ли, нанимался? Я вообще не жарю в этом ничего. Хорошо, отец, я выясню это. Так. Что, это канализация? Как в Марио, прыгнуть, что ли, надо туда? Братья мои, я выясню, где вода. Прыгаем, значит, сюда. Опа. Канализации? Фу, ну здесь и воняет. А выйти могу? Сейчас, подожди, давай-ка попробуем выйти. Здорово, парень! Фига себе, ты здоровый! Водички нам подкинь, а то мы тут это, от засухи скоро подохнем. Ты же типа наш бог. Ладно, все, я опять в трубу. Так, чуваки. Эй, что ты хочешь? Возьми меч. Я слышал, что это опасно, идти одному, возьми это. Ты хочешь сказать, что я один пойду? Блин, братюнь, у тебя есть крутая борода, у тебя доспехи, а я голожопый. Ладно, возьму. Хоть меч есть. О, я тебя бить могу? Вот так вот тебя, вот так вот, так вот, понятно тебе? Кстати, почему меч в левой руке? Я правша вообще. Ладно, пойдем, короче, смотреть, что там у нас есть. Канализация, вроде водичка капает. Так. Причок? Вода, а? Ты где? Как здесь стрёмненько. Ух ты, монетка. Монеточки мы соберем, монетки мы любим. Так. Здесь какие-то... Опа! Это знаешь что? Это формы для лепки вот таких человечков, как я. В этом подвале производят человечков? Ладно, мы сейчас это все выясним. Опа! Опасность! Скелетик. Здорово, братюнь. Ты добрый, нет? Какой ты милый. Ну, я думаю, что тебе не стоит ко мне подходить. Вот, да что? Да, как-то я странно бью, если честно. Такое ощущение, что я не мечом бью совсем. А долго я буду... Опс, рассыпался скелетик. А как мне меч в другую руку взять? Здесь есть какой-нибудь инвентарь, я не знаю, может... Ладно, в топку с этим мечом. Разберусь позже. Да что ж такое-то, еще один скелетон. О, ягодки какие-то, нифига себе ты! Ты челбэшником от меня бьешься? Нельзя так, не гоже! Кстати, у меня 7 жизнек осталось. Это нехорошо. О, ягоды сожрал. ХП поднял. Ягоды сожрал, ХП поднял. Так, надо нагнуться, присесть. Вот это. Пожар. Интересно. Еще формы для выпечки человечков. Так, на кой черт мышка тут появилась, я не понял. Ты тоже мышку видишь? Странно. Все, она исчезла. Так, похоже, что мне нужно пройти через огонь. Че, может рискнем? Посмотрим, что со мной станет, если я стану в огонь. Оу! Ты мертв. Я, короче, сгорел заживо. Ну, это было очевидно, но... Я же любопытный человечек. Тем более здесь только форм. Вентиль. Вот и перекрыли мы, значит, подачу огонька. Он сейчас должен потухнуть. Шикарно. Двигаемся дальше. Взять кирпич. Или что это? Это камень. Взяли камень. И сейчас мы, наверное, его положим... Ну, да. Слушай, это, короче, головоломка. Я понял. Игруха-головоломка. Но меня дичайше напрягает, как он бьет своим мечом. Это неестественно. Синие чуваки.
Еще немного, чтобы они не смогли его починить. Вы что творите, сухари синие? Я вам сейчас... Я ничего сделать не могу. Синие! Серьезно? Иди в деревню синих и поговори с их королем. Чувак, давай в розовом, беги быстрее. Ну чё, бать, я как бы все сделал. Можно я теперь пойду погуляю? Кстати, я могу батю мечом? Могу, я походу любого прохожего могу ударить своим крутым мечом. Ладно, у нас здесь есть монеточки. Надо пособирать монеточки. Смотри-ка, мы за коинцы можем покупать всякие апгрейды. Допустим, урон поднять у меча. Если ты найдешь золотые бочки, положи их в коробку. Коинцы я могу потратить на апгрейды. Вот давай, например, поднимем урон у меча. Как мне это сделать? Нажать на Е. Опа! Урон меча плюс один. Ништяк. Смотри, вот золотая бочка. Ее нужно принести сюда, чтобы получить новые улучшения. Вон там, смотри, еще монеточка есть. Сейчас мы их соберем. Чувак на горе стоит, а там монетки. Он явно хочет мне что-то сказать. Как же здесь не хватает спринтухи. Видишь? На этот гигантский красный кристалл за скалами. Тебе туда. Ты что, не русский? На этот красный кристалл тебе туда. Я не вижу, а где красный кристалл? А, вон туда вам не надо, да? Спасибо тебе, братюнь, за подсказку. На тебе в лоб. Все, погнали. Значит, что мы с тобой делаем? Мы сейчас гуляем по деревне, ищем монеточки, пытаемся Сундук. Пытаемся пробраться в различные здания. Опа, вижу кнопочку. Ну-ка, давай проверим, что она делает. Можно нажать. Так. А, дверку открыли, смотри. А, у нас всего 3 секунды, чтобы успеть добежать туда. Боюсь, что мы не успеем. 2, 1. Да, мы не успеваем. Нам нужно с тобой купить спринтуху. Сколько спринтуха стоит? Братиш, продай мне спринтуху, пожалуйста. Спринтуха стоит 12 коинсов. Я понял, значит, нам нужно собирать еще монеток. О, кстати, там еще один какой-то приключатель, смотри-ка. И он ведет к этой трубе. Давай нажмем. Ха! Он выливает здесь молоко какое-то. Ага, видимо, нам нужен какой-то горшок, чтобы наполнить его вот этой белой жидкостью. Надеюсь, что это молоко. Поднимаемся наверх. Здесь у нас вроде кузница какая-то. О, рычажки какие, смотри. Так. А зачем это здесь? Вот непонятно. Ладно, закроем. Вижу. Чего? Потрясающая игра. Намного лучше, чем ее предшественница. Здесь какая-то игра, чуваки играют во что-то. Но мне нужны монеточки. Сейчас мы монеточки соберем. И давай посмотрим, во что они играют. Нажимаем на кнопочку. 9, 9, 9, 9, 9 везде. 9. Чуваки, вы серьезно в это играете? Прекрасно, 5 из 7. Короче, непонятная пока тема. Головоломка еще та. Эй, чувак, ты хочешь мне что-то сказать? Че, давай, я к тебе подойду, поговорим. Ты можешь найти что-то, чтобы положить сюда. Ага, я понял. Здесь нужен, видимо, кристалл. Потому что здесь кристалл. А здесь его нету. Ясно, спасибо тебе. О, белый выделяющийся камень. Поднять я его не могу, силёнок у меня не хватает. А здесь ягоды. Почему он на синей стороне? Не понял. А, подожди, это же этот пластик. Стиралка. И он лежит на синей стороне. Действительно. По крайней мере, красная часть намного больше. Чувак, я с тобой согласен. Всегда задавался вопросом, почему резинка 2 цветов. Кто-то рассуждал, что синяя сторона стирает хорошо ручку. Но это заблуждение, она только портила бумагу. Значит, мы можем собрать ягоды. Нет, не можем. Мы не хотим кушать. У нас полные хпшечки. О, монеточки. Это то, что нам нужно. А вот эти вот досочки мы можем сломать. И там бочка стоит. Ха! Секретная зона, ништяк. Вот эту штуку мы можем унести нашему торговцу. Пойдем, сейчас отнесем. Кстати, смотри, здесь постель тоже из ластика. Офигеть, мы на ластике спим. Чувак, я притащил тебе бочку. Какое улучшение ты мне дашь? Регенерация здоровья. Кстати, у нас 12 коинсов. Мы можем купить улучшение скорости. Давай возьмем. Теперь ты можешь бежать быстрее и прыгать в 2 раза дальше. Значит, я должен успеть теперь туда добежать. Давай. Есть! Есть контакт! Что же в этом сундучке? О, как он открывается. Здоровье врагов. Я это взять могу? Здоровье врагов позволяет видеть вражеские полосы здоровья и сколько урона вы им наносите. О, офигенная штука, слушай. Так,
Здесь больше ничего взять я не могу. Нет, походу не могу. Ладненько, тогда выходим. Короче, бегаю я тут такой, бегаю, вижу вот этого чувака, он такой тоненький и на девушку похож. Думаю, дай заговорю. И он такой: «Хе, лол, ты единственный, кто что-то делает. Мы все тут просто ждем, пока ты все исправишь. Ах вы, чепушилы красные». Ух ты, ух ты, ух ты, а это что у нас тут такое? Смотри, тут ведерочек стоит. Чувак, давай поговорим с тобой, фермер. «Для большего здоровья смешай зеленые листья с водой в соковыжималке. Вкуснотища». У меня нет листьев. А если мы с деревьев, может, мы можем вышибить зеленые листья, я не знаю. Ух ты, подожди, а вот это что такое? Я могу взять губку. Пойдем-ка мы ее отнесем вот сюда, к нашей молочной станции. Мы ее сейчас попробуем намочить, посмотрим, что получится. Ха, получилось, смотри, она стала белой. Так, хорошо, она стала белой. Куда ее теперь нужно отнести? Что мы с этим можем сделать? Наверное, мы можем это закинуть вот сюда. Закидываем ее в бочку. Опа, получилось. Берем второй кусочек. Вот так. А не хватает только листьев. Ну, может, без листьев получится, чего? Прикинь, ведерко наполнилось водой. Мы выпили из этого ведра. А что оно нам дало? Непонятно. Смотри, от этого дома идет проводок. Проследуем по нему, посмотрим, куда он ведет. Здесь мы можем все это дело сломать и кнопочку нажать. Если кнопку нажимаем, дверка открывается. Понятно. Нам нужно с тобой что-то туда положить. А положить мы можем вот этот вот камень. Но только как его вытащить? Силенок не хватает. А если мы попробуем положить туда губку с молоком, например? Давай попробуем. Кладем. Работает, прикинь. Сработало. Что у нас в этом домике? Что у нас? В домике. Сундук. Радиус удара мечом плюс 25%. Круто. Теперь ты можешь попадать во врагов, которые находятся немного дальше. Окошечко, через которое можно пробраться. Давай попробуем. Что? Нет, пробраться мы туда не можем. А если с разбегу, подожди. Опа. Ну почти. Да, получилось. Секретная зона, я проник в нее. Что у нас в этом сундучке? Куча монеток, офигенно. Я богат. Можно мне выйти, пожалуйста? Спасибо. Как же хорошо, что я с этой локации сразу же не выбежал. Здесь столько всего интересного. О, смотри, что это там за дверь такая интересная, любопытная? Нельзя. 80 чего-то, 80 звездочек каких-то нужно, чтобы открыть эту дверь. Отец, я все исследовал. Я пойду погуляю. Иди в деревню синих и покори своих королей. А, точно, ты же мне про это говорил. Все, ладно, батюнь, я пошел. На переговорчики. А это что, мама моя, что ли? Пошли в деревню синих. Ты хочешь меня проводить? Ух ты, нифига себе, сколько здесь всего интересного. Подожди. Куда ты так ринулась? Подойди на секунду, мне тут нужно пообщаться со всеми. Блин, смотри, он даже не останавливается. Или это она? Да. Ладно, пускай идет, а я тут поболтаю. Как получишь силовой куб, приходи снова. Ну ладно, окей. А без куба могу монеточки собрать? Нет, не могу. Опа, что произошло? Нифига себе, откуда вылез, Кстати, смотри, у него реально хп над башкой появились. Так, а ты там что нам расскажешь, чувак? Там бочка, попробуй донеси ее продавцу и получишь новые улучшения. Спасибо, чувак. Ты в крутом кимоно каком-то. Ты карате занимаешься? Так, монеточки собираем, бочечку. Вон бочка, я ее вижу. Я вижу бочечку. А здесь у нас что? Здесь мы спускаемся. Все, я понял. Угу. Значит, бочечку мы берем. Вот сюда кладем, наверное. Ну тут прям явно для нее что-то. Потому что сюда мы ее не пронесем. Мы слишком. Бочка слишком жирная. Да. Значит, мы ее кладем сюда. Здесь вот прям предназначено для нее место. И мы можем ее запустить. Вот через эту кнопочку. А, там вон, доски мешает. Значит, доски мы разбиваем с тобой. Вот так вот. А что вот эта белая кнопочка делает, интересно? Ага, она возвращает бочку туда, где мы ее взяли. Так. Пуляем. Ништяк. О, погоди. А я, кстати, не замечал, что здесь стеклянный пол. А там сундук и паутинки. Наверное, нам туда рановато еще. Ладно, берем бочку и тащим к продавцу. Продавец, я притащил тебе золотую бочку.
Вот так, что за улучшение? Силовой куб, 20 коинсов. У меня буквально 3 коинсов не хватает. Сейчас мы с тобой быстренько их соберем. Вот они вот тут уже лежат. И здесь странный какой-то крест. Такое ощущение, что из-под него вылезет скелетон. Когда я возьму вот эти вот монетки? По-любому, вот 100%. Берем монеточки. Нет, никто не вылез. Ну и хорошо, мне же лучше. Вот, смотри, здесь еще один крестик. Что здесь вообще происходит, чувак? Расскажи мне. Силовым кубом ты можешь достать оттуда бочку и принести ее в магазин. И там он, смотри, спортом занимается скелетончик маленький. Пойдем поможем ему. Дружище, привет, как дела? Как он забавно смеется. Вот так вот. Был скелетик и нет скелетика. Чувак, продай мне, пожалуйста, силовой куб. Спасибо. Теперь у нас есть кубик. Пойдем-ка его поставим вот сюда. Достаем. Ух ты, как он достался, классно. Удерживайте F для проекции. Это как? Я, кстати, не могу запрыгнуть на него почему-то. Посмотри вниз и заспавни силовой куб. А, я понял, мне нужно его убрать вначале. Теперь мне нужно его заспавнить. Опа! Вот так вот это делается. Все, я понял. Монеточки собрали. Здесь можно тоже силовой куб заспавнить. Вот так вот. Вот это прикольно. Игруха напоминает чем-то портал, если честно. Тоже взаимодействие с кубами. Монеточки мы здесь собрали. И там нас скелетончик ждет. Ну чё, скелетон, иди. Сейчас тебе надаю, люлей. Смотри, какая интересная штука. Похоже на катапульту. И мне кажется, что сюда можно поставить силовой камень. Ну-ка, попробуем. Наверное, с этой стороны надо вот так вот. Сейчас как бы тебя заспаунить-то. Вот так вот. О, получилось! Так, и что мы сделали? А, там бочка. Вон, я ее вижу. Надо помочь как-то. Бочка, давай. Вот так вот. Да, ну. Еще чуть-чуть. Бочка укатилась? Где бочка? Где бочка? Куда она укатилась? Я не вижу. А, вот он, бочка. Ништяк, еще одна. Круто. Че она нам даст? Размер кошелька X2. А, реально, у меня размер кошелька есть. Я всего 30 монет могу таскать с собой. Дружище, что расскажешь? Что у тебя сделать надо? Силовым кубом ты можешь достать оттуда бочку и принести ее в магазин. А, точно. Ты же мне говорил про это. Значит, пролазим. Что нам нужно здесь сделать? Силовый куб, наверное, вон туда кинуть нужно. Давай кинем. О, как его заглючило. Он сейчас бомбанет. Надо его убрать отсюда. Короче, сюда нужно бочку кинуть, я понял. Значит, кидаем бочку. Вот так, она скатывается. Мы за бочкой. А, нет. Что случилось? Бочка сломалась, что ли? Дела. Быстро за бочечкой. Чё с ней стало? Бочечка, ты где? О, она улетела вон туда, смотри. Блин. Там что, подвальчик какой-то? Может, прыгнуть туда надо? Ну-ка. Оу, май гад. Я сломал себе кости. У меня есть кости? Хе, я думал, что я деревянная пешечка какая-то. Короче, у меня есть план. Делаем следующее. Ставим вот сюда наш куб. Это, по идее, должно задержать бочку. Она не должна укатиться вон туда. Смотри, тут даже табличка стоит. Типа, нельзя падать. Бочечка. Давай, падай туда. Силовой куб тебя должен задержать. Да, ништяк. Бочечка, иди ко мне. Силовой куб улетел. Так, нам дали двойной прыжок. Смотри-ка, здесь написано, что осталось всего 2 бочки золотых. Значит, где-то здесь еще 2 бочки прячутся. Эй, там наверху есть спрятанная бочка. Чувак, а как до тебя добраться? Ты мне не подскажешь? Видимо, нужен двойной прыжок. Какие огромные морковки. Там, кстати, за ними проход есть. Сюда мы можем попасть при помощи нашего куба. Давай попробуем. Может, получится что? Ага. Ломаем досочки. Заходим. О, мах! А ты что тут забыл? Удерживайте кнопку силового куба, чтобы создать источник света. А, спасибо за подсказку. О, нифига себе, классно как. Так, и куда это нас приведет? Какая странная пещера. А, давай кубик сделаем, он будет светиться. Да, и освещать нам этот сундук. Что же ты нам дашь? Монеты! Оу, е. Двигаемся дальше. Я окончательно потерял из виду своего товарища, который должен был меня отвезти в лагерь синих. Надеюсь, что его не сожрали скелеты. Смотри-ка, вон там вот ниточка идет. Вот так, вот так, вот так, сюда.
Надо бы разведать, что это там за ниточка такая, куда она ведет и как туда попасть. Короче, нам нужно пробраться как-то вот сюда. Попробуем использовать наш силовой куб. Угу. Прыгаем. Нет, никак, двойной прыжок нужен. Ясно. А вот здесь вроде бы мы можем забраться. Пойдем поболтаем с этим чуваком, может он нам что скажет. Чувак? Нет, он не хочет нам ничего говорить. О, что это такое? Кнопочка какая-то, которая открывает нам вот эту дверцу. И здесь можно поставить силовой куб. Сейчас попробуем. Откроем кнопочку. А, не успел силовой куб поставить, вот черт. Еще разок. Есть, сработало. Но мне кажется, что я все равно не пролезу. Хотя нет, пролез, смотри-ка, классно. Что в сундуке? Потолок регенерации плюс 5. Увеличивает регенерацию на 5, но только если у тебя уже есть регенерация здоровья. Все, валим отсюда. Взбираемся теперь вот здесь. По вот этому хрупкому мостику из камней. Соберем кучу монеток. У меня, кстати, уже скоро мешочек с золотом заполнится. Нужно бы золото потратить. Мне нужен... Чего? Мне нужен двойной прыжок, чтобы попасть туда. О, все, я пошел покупать двойной прыжок. Спасибо, брат. Двойной прыжок 36 коинсов стоит. А да блин, у меня столько нет пока. Кстати, 36 коинсов даже в мой мешочек не поместится. Нужно купить размер кошелька X2. Спасибо, братюнь. Теперь я могу носить в два раза больше монет. Так, мы вернулись к этому чувачку. У нас здесь есть еще один проходик. Мы можем залезть вот сюда. Как тут высоко, и можно туда и сюда пойти. Давай вот тут вначале все проверим. Ооо, красный кристалл. Сколько монет. Интересно. А, так его снять можно было. Так, кристаллик, подожди, иди сюда. А обратно можно тебя поставить? Нет, нельзя. Кстати, этот кристаллик можно как фонарик таскать. Круто. Что у нас в этом сундучке? Лут. Враги теперь дропают монеты или здоровье, когда их убивают. Ты получаешь больше монет, когда здоровье полное. Спасибо. Продолжаем наше путешествие, но здесь тупик? Да, здесь тупик. Слушай, а что если мы вот этот кристаллик попробуем с тобой отнести к воротам? Мы в деревне, и сейчас попробуем поставить вот эту штуку. О, выглядит неплохо, но цвет кажется неправильным. Ну да, сюда только нужен белый. А этот мы вытащить не можем. Я понял. Ладно, пусть он тогда тут постоит, ага. Опа, скелетик, а ну-ка давай проверим на тебе дроп. Как у нас теперь, падают монетки с вас или нет? Прикинь, реально монетки падают с них. Очуметь. Так, значит, мы вернулись к тому месту, где мы отодрали кристальчик. Пойдем теперь вот сюда. Тут куча монеток, я вижу. Там чувачок, с которым мы сейчас поболтаем. Прыгай вон туда. То есть к тебе, да? Сейчас попробуем. Опа! Спасибо, что радуешься за меня. Замечательно, парень. Спасибо, чувак. Теперь мы можем прыгнуть еще и вот сюда. Ну что, вроде бы в этой локации мы все обчистили, все проверили. Нам нужен только двойной прыжок, чтобы попасть вон туда. Опачки, это же лагерь синих. Хо-хо. А вон наш друган, который приполз сюда. Ладно, спустимся вниз. Чего? Эй! Я пойду с тобой, открой эту дверь для нас. Блин, зря я спрыгнул, да? Сейчас. Короче, я сейчас тебе открою, ты только не беги никуда, подожди меня, окей? Ок, выдвигаемся. Вот, тупица просто. На кой он мне сдался? Ну, а то, как мы с моим приятелем продолжили наше путешествие, ты увидишь в следующей серии. Не забывай ставить лайкос, оставлять свой крутой комментос под видос и подписываться на канал, если ты еще не подписан. Тебе спасибо за просмотр и увидимся в новом видео. Пока!